Всем приветики, мини-секретики, и вы сейчас на моем канале Secret Toca. Вчера у нас вышел новый трейлер в Toca Boca на новую локацию, поэтому сегодня выходит видео на тему разбор трейлера. Возможно, многие, кто играет со взлома в Toca, уже могли увидеть эту локацию, даже посмотреть, поиграть в нее. Но мы, в том числе и другие, кто играет в платную версию, можем только пока что полюбоваться трейлером и посмотреть, как это будет примерно выглядеть на картинке и разобрать все детали, точнее новые предметы и так далее. Честно вам скажу, что я еще не смотрела ни локацию, никаких фото, в общем, со взлома, поэтому эмоции все будут реальные, но мы не будем с вами затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Давайте еще раз полюбуемся нашим прекрасным трейлером. A lovely sunny day in Vox Valley as we welcome you to the brand new All-Star Stadium, where athletes of every age, size, fitness level, and zodiac sign will face their fears and perform at their very best. Watching and talking sports while snacking on food and drinks rich in everything but fiber as they cheer for their favorite teams. Everyone's here. The fans, the refs, the mascots, yes, even the players and their managers. The teams enter the field. Game braces on, I mean, game faces. And it's game time. Ouch, blue team is one goal behind, and their manager seems more than a little frazzled as the game time is almost up. But wait, that's an amazing bicicleta from star player Millie. She scores with just seconds to spare, and there's the game's over signal. Well played, everyone. A fine day when you end up with two winners. Speaking of winners, Javelin champion Iris throws with force, but ay-ay-ay, that's a little too close for comfort. That's not what they mean by hat trick. Sorry, Iris, but I think that red card is for you. Over at the racetrack, we're down to the final stretch, and it is one tight race. Wow, it's so close, it's impossible for the human eye to call a winner. We'll have to check the instant replay to know for sure. Well, what do you know? Sloth Turtle wins hands down. Or feet down? Flippers? Regardless, nobody stands a chance against this surprisingly speedy beast. It's an honor just to share the podium with him. And now, a word from our energy drink sponsors. Time to fuel up. Kick in your turbo with Sloth Slurpo. We're back in time to share our gamers' fierce competition to beat each other in Critter Jitters. It seems we go from one tight race to another as these athletes show off their focus, precision, and skill over and over. But at least it looks like everyone's having fun. And that's it for today's reporting from All-Star Stadium. See you next time, Sporty Pants. И на этом наш трейлер закончился. Теперь мы можем что-нибудь разобрать. И вправду трейлер получился очень классный и красивый. Ну а теперь все-таки давайте приступим к его разбору. Давайте, во-первых, вспомним, что у нас будет состоять локация из двух этажей. И вот уже нам представлен вход первого этажа, как все будет начинаться. Значит, видим шары, видим, что здесь можно будет проходить по билетам. То есть можно, так сказать, по приглашению, как бы. Ну и на первом этаже располагаться будет магазин, где можно купить одежду, всякие вот эти вот штучки, причалки, даже можно купить и газировки, как я понимаю, фирменные, игрушки, плакаты, картины и очень много чего. Затем идет сразу другая комната, здесь уже, можно сказать, берут интервью, потому что, видимо, стоит камера, вот эта вот тетенька, кстати, у нее очень прикольный костюм, я думаю, что его добавят в креатор, как и многую другую одежду, которую вы увидите, новую, на персонажах, которые будут показаны здесь, в данном трейлере. Здесь мы видим микрофончик, столик, стульчик, и сзади вот такие вот всякие таблички, да, разные логотипы, получается, компаний каких-то. В общем, как я поняла, здесь вот после какого-то матча, либо перед, что-то у кого-то спрашивают, как это обычно и происходит. Затем тут у нас очень много кубков, даже медали появятся. После этого идет наш лифт на второй этаж, чтобы подняться. Там, кстати, сразу уже видно сзади вот этот вот список, или точнее карта этой локации, где что находится. Еще мне безумно нравятся вот эти вот шляпки и кепка со значками. Выглядит очень прям прикольно. И следующая комната, там, скорее всего, продается вся спортивная одежда, но ее нам уже не показали, и сразу переходит на следующую локацию. А точнее, начинает показывать нам, как выглядит второй этаж. Как мы можем заметить, здесь обязательно будет вот такое футбольное поле, очень даже большое, места, где можно посидеть зрителям, понаблюдать за матчем, и вот такой очень даже прикольненький, веселый футбольный мячик. Здесь мы видим еще новых персонажей, новую одежду, также вот эти вот штрафные карточки у нашего человечка вот такого, новый мяч, свисток, в общем, все вот так вот
тоже примерно выглядит. Здесь показано, что будут по ходу обозначения каких-то команд. Например, тут синяя, да, видите, там такой значок, а там будет красная. Я, честно, не знаю, надо будет пересмотреть, но, по-моему, вот такие вот расшифровки будут. Ну и, конечно, ворота, как же без них. Можно будет также менять очки на вот этой доске, менять раунды. И будет, естественно, самое главное, это пьедестал, на который будут вставать наши победители, и им будут вручать вот такие кубки, медали и многое другое. Я так понимаю, что здесь можно будет менять как-то площадки, например, для одной площадки футбольное поле, да, ну, для одного вида спорта, для другого, например, там бег будет, а для вот этого, я на самом деле не знаю, что это за вид спорта, вот такая площадка. На данном кадре видно, что у нас появится вот такая сосиска в тесте на палочке, это что-то новенькое, ну и также вот такой столик, за которым можно будет покушать. Ну и без нового крампита мы тоже не смогли бы обойтись, так что он тоже будет где-то спрятан, надо будет его найти, как я понимаю. Тут даже показано, что можно будет менять специально вот такие вот значки, как, например, это для бега, да, сразу тут поменялась беговая дорожка стала, и вот они сдают бег. Я как понимаю, тут можно будет с помощью какой-то кнопочки все же менять вот самим, как ты захочешь, вот эти вот все дорожки. И еще одна комната, тут у нас будут находиться комментаторы для, как я понимаю, разных команд. Ну, вот они будут сидеть за компьютерами, вообще, по сути, с наушниками должны, но будут вот сидеть и озвучивать. Либо же, может, они как-то меняют, чтобы на других телевизорах, да, в прямом эфире были разные показаны кадры, ну, точнее, с разных сторон. Ну, а вот этот вот кадр, на самом деле, я вообще не поняла, при чем здесь вот эти горки или гонки, зачем здесь унитаз? Что такого смешного? И на этой прекрасной ноте наш с вами разбор трейлера подходит к концу. На самом деле, мне уже не терпится увидеть новую локацию. Да, хочется уже поскорее ее вот взять и рассмотреть полностью, как она будет выглядеть в целости. Но нужно ждать, нужно терпеть. Ну и пока что мои предположения, что эта локация выйдет, скорее всего, во вторник, либо же в понедельник вечером. Ничего не знаю, но надеюсь, что как можно быстрее, потому что мне уже не терпится реально самой все это рассмотреть. Трейлеру я пока что поставлю 10 из 10. Меня он впечатлил и вызвало много радостных эмоций. И прямо реально уже хочется очень сильно посмотреть на эту локацию. Поэтому будем ее ждать с нетерпением. Ну, а я надеюсь, вам понравилось это видео, этот разбор трейлера, и вам было интересно. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну, а также в комментариях напишите свое мнение и оценочку этому трейлеру. Ну, или кто уже увидел локацию, то это локация. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.